Добрый вечер. Добро пожаловать на совместный лекторий Музея современного искусства «Гараж» и «Газпромбанка». Он называется «Искусство на бумаге. Полезные встречи». И сегодня у нас с вами третья встреча. И мы от таких теоретиков и практиков, которые больше печатают, переходим к тем еще практикам, которые распространяют искусство на бумаге всяческими способами, просвещая, продавая, организовывая какие-то новые форматы. И нам с вами сегодня повезло, потому что мы услышим про событие, которое прошло буквально пару недель назад. Очень редко, когда получается поговорить с организаторами и устроителями по таким свежим следам. Спасибо большое нашим лекторам, что нашли время. Сейчас я их с радостью и гордостью представлю. Это Надя Бушенева и Евгений Бонневерт. Надежду Евгения объединяет работа над тем проектом, название которого написано «За мной», да, «Art Space Hopping». Или мы коротко, наверное, во время лекции будем называть его «Аш». И Евгения, Женя известны тем, что является давнишним таким пропагандистом печатной графики, вообще печатной культуры. Женя расскажет, какой термин ей милее, и тиражного искусства, и организатором ярмарки «Вкус бумаги», из которой, как мы узнаем, постепенно росло целое сообщество, идеи, бурлила вообще жизнь. И одновременно является печатником, и Надежда является художником, педагогом, исследователем различных педагогических практик. И Надежду Евгению объединяет проект Art Space Hopping, потому что они вдвоем являются теми движущими моторами, которые огромную эту махину, при этом очень изящную, провернули. И с нами сегодня поделится опытом. Также коротко скажу, что цикл у нас идет с шагом раз в две недели. И предыдущие лекции доступны онлайн. И мы собрали специально очень разных спикеров. То есть начали мы с истории коллекционирования графики и того, как оно институционально устроено. И это был Сергей Подстаницкий. Прошлая лекция ее делал Алексей Веселовский, организатор Piranesi Lab, да, лаборатории, которая занимается различными видами печати и способами, техниками. И также Алексей говорил и про то, как вообще он мыслит ту же самую как раз печатную культуру, как она встраивается в различные уровни рынка. И сегодня с нами Евгений, Надежда, и следующий несколько... И завершать тоже Евгений, Надежда будет наш цикл. Евгения только, да. Потому что он уже, наш цикл закончится, когда в гараже будет проходить книжная ярмарка и маленькая часть принт-маркета. Вот. И да, и дальше уже смотрите анонсы, потому что вам я затянула вступление. Спасибо большое, передаю слово. Настя, спасибо. Спасибо всем, кто пришли к гаражу за эту возможность рассказать про наши процессы в процессах. Презентацию можно включить, пожалуйста? Лёш. Опля, Валя. Art Space Hopping. Art Space Hopping начался совсем с другой истории. Это «Вкус бумаги». «Вкус бумаги» уже проходит, получается, около 7 лет, если мы не... Да, если считать по год отмены пандемии. Первый прошел в 2014 году. Вот, это участники первого принт-маркета. Он прошел в клубе Powerhouse, это было две комнаты, всего, не знаю, метров 80, около 14 участников. На тот момент мы собрали всех среди наших друзей и знакомых, кто так или иначе имел отношение к печатной графике. Надо сказать, что к классическому образованию в сфере искусства, наверное, я не имею никакого отношения. Я просто начала заниматься шелкографией во Франции, приехала в Москву и поняла, что здесь, в этом... ничего не происходит. Вот. Но я более подробно про эти процессы расскажу на лекции, посвященной вкусу бумаги. Вот сейчас просто быстренько пронесусь. Да, нам очень важно показать генеалогию проекта, для того, чтобы вы прочувствовали, из каких мотивов он возник. Да, то есть вот наш первый принт-маркет. Собственно, здесь были все иллюстраторы, которые печатали принты шелкографии, была печатная графика, фотография еще тогда сюда не подключилась. В основном тоже шелкуха и какие-то коллекционные принты, представленные некоторыми из наших участников, формат Shepard Fair, я помню, там у нас появился, чем нас очень удивил, потому что все-таки у нас было маленькое локальное событие. Впоследствии
Так, это, по-моему, в Телеграфе через 3 года, если не ошибаюсь, уже количество людей, принимающих, художников, принимающих участие, стало в разы больше. По-моему, до 80 художников присутствовало. На фотографии мы видим только половину Телеграфа, заполненного стендами. Вот здесь уже появилась фотография, здесь появились стрит-артисты, которые подключились к процессу. Здесь были мастер-классы, показы, разнообразные школы устраивали демонстрацию техник печати. Да, и важно, вот что для меня важно, здесь появился раздел какой-то издательских процессов, появились наконец-то зины в Москве. Вот, то есть на первых маркетах нам приходилось рассказывать, что такое шелкография. Мы могли бы раз по 30 за день объяснять, как этот процесс происходит. Вот на третий год ребята рассказывали, начали рассказывать, что такое зины. Сейчас это независимое издательство тоже принимает какой-то... разворачивается в Москве, в нем участвуют иллюстраторы, участвуют фотографы школы Родченко. Вот. И если, наверное, в каком-то классическом разрезе, если смотреть печатную графику, можно упомянуть книгу художника, то 20 век дополнил ее артбуками, фотобуками и вот зинами. Соответственно, то, что мы наблюдаем, ну, развитие которого мы сейчас наблюдаем в Москве. Вот. Помимо прочего, для нас было важно, что наконец-то зритель получил прямой доступ к художнику, они смогли общаться, смогли покупать работы. Мы наблюдали за этим процессом, наша аудитория росла. Сначала это были, конечно, друзья, друзья друзей, они стали проводить опять друзей, друзей, друзей. И аудитория постепенно росла и училась покупать работы, появились какие-то небольшие домашние коллекции. Кто-то покупал для интерьеров, просто из декоративных побуждений, но кто-то приходил и искал работы художников, которым интересно, и знакомился с художниками. Вот. Это наш последний маркет в гараже, который был объединен с книжной ярмаркой Artbook Fair. Да. Вот. Что у нас дальше? Несколько видов. То есть уже аудитория расширялась. И вот надо сказать, что за 5-6 лет, пока маркет существовал, появилось гораздо больше печатных мастерских. Сейчас у нас на картинке это Piranesi Lab, Ferm Print Lab. Это Piranesi Lab занимается шелкографией, литографией, фотолитографией. Я боюсь, я не перечислю все. Это очень профессиональная студия, где печатаются многие современные авторы и авторы, как их назвать, 90-е, современного искусства, взрослое уже поколение. Вот. Ferm Print Lab — это афортная мастерская, Print Mafia на электрозаводе — это шелкография, потом Ash Print и Самопал Books — это студии ризографии, где печатаются зины, где печатаются множество наших многих иллюстраторы. Вчера я заходила, видела, что там печатается зин Хаима Сокол, например, или книга, даже не знаю. Вот, не рассматривала. И это малая часть из того, что на наших глазах пооткрывалось. И, ну, про это я опять же расскажу больше на встрече, посвященной непосредственно вкусу бумаги. Также стали появляться пространства, где принты можно купить, то есть не хотя и галерейного формата тоже. У нас в какой-то момент, например, Шалтай Эдишн, Шалтай заинтересовался тиражной графикой, стал выпускать целые альбомы, посвященные альбомы с работами современных художников: Ира Корина, Вани Горшков. Позже подключился Джарт, сейчас другая галерея. Поп-Арт, по-моему, Винзаводовская. Вот, открылся, мы с друзьями открыли Artist Transpace, союз печать на Винзаводе, это объединение печатников. Магазин принты и книги в Музее Москвы, где тоже можно купить принты, в том числе художников вкуса бумаги. Ну, то есть это наше сообщество расширяется, растет и выходит как бы на более, выходит из какого-то маргинального, что ли, поля очень активно. Вот, соответственно, переход на супермаркет. Сейчас мне понадобится моя запись. Надь, а можешь полистать, пожалуйста? Да, конечно. Какое появление этой новой аудитории и всех этих процессов, которые происходили вокруг вкуса бумаги, показали нам, что
Не очень хотелось выйти за пределы, на самом деле, печатной графики, и потому что также нас интересовало современное искусство. Я и Надя, мы обе закончили ИПСИ, и из всей этой среды происходим. Вот. И мне казалось, например, мне стало тесновато в печатной графике, несмотря на то, что я печатник и очень люблю этот процесс, но мне казалось, что в современном искусстве происходят более интересные процессы взаимодействия со зрителем. Поэтому... Да, в какой-то момент в принт-маркетах стало участвовать больше художников, и мы с интересом стали наблюдать этот процесс и поняли, что аудитории очень важно общаться напрямую с художниками и видеть больше работ, сделанных на бумаге, холсты, объекты и так далее. Оригиналы. И, да, оригиналы работ. И этот момент контакта, когда зрители напрямую участвуют в каком-то диалоге, узнают историю создания работ и могут узнать о каких-то подробностях создания каких-то серий. Мы решили сделать супермаркет. Да, и тут такая идея была, что покупатель... То есть для зрителя режим, для покупателя это очень комфортный режим покупки-продажи. И это была такая потайная дверь, через которую можно было за покупателя подпустить к искусству. Да, вот. Минуя галереи, институции, прямая встреча. Да, это было для нас очень важно. И тут происходил процесс, который отметили, что раньше обычный аудитория, то есть, которая ходит в музей и покупает билеты, они не покупают, не могут позволить себе купить произведение искусства. Либо нужно быть знакомым с художником, быть другом через вот эту систему дружественную, но никто не приходит в галерею и не покупает работу. У меня, например, дома всю жизнь висела там одна случайно купленная работа мамы, вот, а все остальное заполняли плакаты, полиграфия. Вот. Но мне очень хотелось, чтобы не мои друзья-художники, а ребята, которые занимаются обычными рабочими процессами, они точно так же могли повесить искусство у себя дома. И когда человек приходит на маркет, он начинает измерять себя с произведением искусства. То есть это какое-то искусство более человеческого масштаба, чем в музее или в галерее, где всегда существует эта дистанция. А тут эта дистанция сокращалась. Вот. Поэтому мы вышли на супермаркет. Да, вот здесь вы видите цитаты и выдержки из очень разных источников, начиная от литературы, которая популяризирует искусство, и кончая какими-то философами. Мы создали такую серию карточек, которые мы распространяли на маркете. И надо знать, возможно, вы знаете, что это событие было в торговом центре на Цветном. Максимально потребительское пространство. Да, и мы играли вот с этим контекстом. Для нас было интересно провоцировать публику и зрителей, и провоцировать художников думать о том, сколько стоит их работа, что такое художественное произведение, что такое художественный труд. То есть, да, для нас вот этот очевидный режим рыночных отношений, мы пытались его как-то победить, переиграть, пересмотреть. Вот, все. То есть это был не просто очередной маркет искусств, но вот он проходил следующим образом, это фотографии супермаркета. Художники в достаточно расслабленной, комфортной для себя атмосфере общаются со зрителями, фотографы. Тоже Даша Абдуллина с тиражной графикой, керамика. Здесь, кстати, мы пытались снять эти различия между профессиональными художниками и художниками-любителями. И мы создали вот такой блог, который назывался «Луи». И мы предложили всем, кто не прошел по каким-то причинам наш отбор, принести свою работу в первый день работы проекта и оставить ее для зрителей. И они также были доступны для покупки. Да, то есть было таких два гигантских шкафа, куда у нас нет фотографии хорошей, которая была полностью заполнена работами, принесенными случайными художниками, на них висели ценники, и стояли волонтеры, которые помогали гостям разобраться, что происходит, как это купить, ну и какие-то работы, соответственно, купили. Да. Но надо сказать, что вот этот арт-маркет, это, конечно, не космос, не базар, но у нас тогда за два дня купили на
на 2 миллиона работ. То есть рынок, он как бы появляется новый, это очень здорово. К сожалению, сейчас эти процессы чуть-чуть в стороне, потому что пандемия немножко изменила правила игры. Да, и, соответственно, сейчас мы хотим рассказать, что двигало нами, какие идеи нас посещали, и как мы работали, создавая концепт, уже проект, ArtSpace. Да. Подожди, нужно рассказать, наверное, как он устроен сначала, сайт. Нет, а что же произошло, как мы его создали? На самом деле проект был придуман за 3 часа, за 2 недели до первого события. То есть через 2 недели уже была дата выходные, на которые нужно было ставить. Нет, не супермаркет, уже ArtSpace Hopping. Потому что у нас тогда как раз отменился вкус бумаги, и все участники были разочарованы, мы чувствовали, что... Как бы, во-первых, они надеялись что-то продать перед Новым годом. Для них это классная возможность продать свои работы и заработать, ну, как бы, пополнить бюджет не через коммерческие заказы. Вот. А во-вторых, для них это была какая-то возможность общения с аудиторией, увидеть друг друга. И принт-маркет уже отменялся, по-моему, 2 раза. То есть предыдущий в гараже, еще вот этот зимний. Вот. Поэтому все были... подогретом состоянии, скажем так. Вот. И параллельно, предполагая, что маркет может отмениться, мы с моим коллегой Ильчином Ализаде думали, что же можем сделать как формат, который может расширить онлайн-продажи, онлайн-сайт, сайт, на который выложить все работы. Но мы не пришли ни к какому-то решению. И так вдруг все сошлось в один момент. Мне написал наш друг Олег Бородин, который у нас участвует, уже все маркеты присутствуют. Он сказал: «Жень, может, сделаем подпольный маркет?» Вот. И у меня появляется идея сделать серию, объединить всех, сделать серию подпольных этих маркетов, объединить их на одной карте. Но такой масштаб получился благодаря тому, что на следующий день, абсолютно тоже случайно, я пошла в музей Москвы по каким-то делам, касающимся магазина, и рассказала на встрече с Анной Тропковой и Сашей Хейфиц, что мне вчера появилась такая идея, вот, и мы будем ее реализовывать. Они сказали: «Женя, это крутая идея, мы вас поддержим». То есть информационная поддержка, мы поддержим, поэтому давай делай. Вот в результате получилось не 30 участников, как мы планировали, а 80. Вот. 80 локаций. Первый. 80 локаций. В общем, 80 локаций, художников гораздо больше, да. Может, я сайт покажу? Да, давай. Мы переходим на сайт. Это наш второй сайт. Вот первый сайт, как он выглядит и как он устроен. Это уже, то есть вот все наши участники. Сайт открыт, его можно посмотреть, перейти на интернет, на инстаграмы. И, соответственно, важная часть этого проекта — это карта. Она, к сожалению, на Гугле и работает не очень... ровно, вот, но, соответственно, здесь можно посмотреть всех участников и, находясь в городе, гулять по этой карте, читать про них информацию, как дойти, как добраться, составлять свои маршруты. Здесь по-прежнему есть контакты художников, и эту карту можно использовать как архив. И... Да, про это скажем еще отдельно. Mm-hmm. А вот это уже второй наш сайт, это второй хоппинг, который прошел в апреле, там 2-3 недели назад. Так, подождите-ка, участники. Вот, соответственно, здесь уже как бы более удобная какая-то галерея, как сказать, галерея участников. Мы добавили систему фильтров, чтобы люди, которые никак не связаны с системой искусства, могли сориентироваться, куда пойти, что им интересно. То есть формат, маркет, выставка. Можно выбрать на лекцию, ты хочешь, или на концерт, выбрать локацию. Вот. И, соответственно, тоже Google карта. Опля. Здесь у нас добавились маршруты. То есть то, что мы надеемся, как направление будет развиваться. Вот эта линия — это маршруты разных перформансов и событий. Мы про них расскажем в конце. Что-то еще нужно упомянуть? Я думаю, чуть подробнее мы вернемся к этому. Окей, хорошо. Тогда нам сейчас на презентацию. Да-да, система искусства. Ответственный блок.
Ой, там много сейчас будет карточек. Надь, давай ты попробуешь, я буду смотреть. Да, собственно, мы проделали эту работу, чтобы показать вам контекст, на который мы опираемся, чтобы этот проект раскрылся для вас тоже во всех параметрах. Итак, система искусства. Да. То есть для широкой аудитории система искусства — это выставки, события, открытия, лекции, все связанные с ним вот эти процессы видимые. Вот. Но на самом деле система искусства — это фабрика по производству смыслов и культурного продукта, в котором вовлечено очень большое количество людей, специалисты, художники, маркетологи. Но как любое большое производство, ей нужно поддерживать внимание и интерес публики, и, соответственно, без должной господдержки система искусств функционирует в классических режимах рыночных отношений. Им нужно бороться за внимание публики, им нужно привлекать их каким-то контентом. И художник не настолько автономен, как кажется с первого взгляда, со стороны. Он вовлечен во всю эту машинерии художественного производства и должен чтобы строить свою карьеру, он должен в этом ритме постоянно находиться. И это для многих достаточно травматичный ритм, не все справляются. То есть, попытаясь попасть в систему искусства, многие художники сходят с этой дорожки, вот, сходят по разным причинам. Для кого-то это, Надь, можно? Для кого-то это может быть вопрос индивидуального характера, для кого-то это может быть семья, например, рождение ребенка. Для женщины тоже очень много женщин выпадает из профессиональной вот этой среды. Потом для многих выбор между карьерой. Многие художники, не художники, а люди, которые хотят заниматься искусством, у них есть параллельная карьера, рабочий процесс, который не хотят забрасывать, для них это интересно. И совмещать часто карьеру и художественные практики очень сложно. Автономные виды художественных практик, что мы это называем? Это когда режимы не совпадают. Да, собственно, существует, насколько нам известно, существует много художников, которые не выдерживают ритм выставок, биеннале, кураторских опен-коллов. Но, тем не менее, они ведут художественную практику, показывая только близким друзьям, либо родным какие-то свои работы. Очень ограниченному кругу людей. Периодически эти люди могут вдруг оказываться на каких-то общих проектах, но в целом они находятся в автономном режиме производства художественных работ. Угу. Так, следующий у нас арт-школа, Надя. Да, и один из путей, каким образом начинающий автор может попасть, встроиться в систему искусства и познакомиться с контекстами, это, собственно, арт-школы. Их в Москве не так много, вы все их знаете наверняка. Есть большая проблема, что выходцы из той или иной школы часто идеологически окрашены оттенком той или иной школы. И есть еще один момент, с которым сталкивается каждый выпускник арт-школы. Прежде чем он поступил, естественно, у него была какая-то практика, связанная с художественным производством. В тот момент, когда арт-школа предоставляет ему широкий контекст, международный, и художник осознает, насколько глобальна система искусства, ему очень важно соотнести свои опыты с этим глобальным миром искусства. И чаще всего художник примерно на год выпадает из системы, пытаясь интегрировать свою работу. Адаптировать, наверное, да. Да. Угу. Да, следующий. Это довольно сложный процесс. Вот. Потом система искусств не включает себя, не затрагивает, не представляет различные студии и любительские объединения, которые свойственны для ДК, которые происходят в центрах, досуговых центрах. Для них это все маргинальная какая-то история, за исключением, безусловно, некоторых практик. Надо сказать, что эта схема, она, конечно, мы ее передаем из какого-то из нашего центра, из нашей оптики. Тут много с чем можно поспорить, но это
Да, нам важно было проявить какие-то аспекты, которые тревожат нас, да. И следующий момент, да, что как раз система искусства создает эту оппозицию профессионал и художник-профессионал. Ой, там должен быть и любитель, а не художник. Профессионал и любитель. Вот, маргинализируя очень большую часть людей, которые занимаются какими-то художественными практиками, искусством. Вот. А как мне, например, кажется, что система искусства — это все-таки не про... Она должна отличаться от общей повестки классической, когда люди, когда выживает сильнейший, выживает только герои. Вот, она, система искусства, это больше должно быть про инклюзивность, место, где голос есть у каждого для разных опытов. Вопрос? Это системная проблема. На самом деле нет ни конкретного человека, который делает так, систему, на наш взгляд, устроена. Система в данном случае — это люди. То есть не машина это сделает. То есть есть кто-то, кто это делает. Вот я, например, вижу... Мне кажется, вам нужно, вам должен дать микрофон. Ну, то есть мне, по крайней мере, кажется, или я наблюдаю это, да, не то, что кажется, я это вижу, часто разговаривая, например, с галерейщиками. То есть мне кажется, что... Не кажется, а я прям вижу, как вот они говорят, вот это то, а вот это не это. Все. Ну, то есть они это делают. Позиция, да. Да, то есть поэтому есть лица. То есть системы как таково... Из чего состоит система? Вот вы обозначили. Вот за каждым этим пунктом стоят конкретные люди. И, в принципе, в каждой сфере, а эта сфера достаточно узкая, да? Скажем, эта сфера намного уже, чем многие другие, которые на социуме присутствуют. Поэтому этих людей вообще, в принципе, всех можно в лицо увидеть. Мне кажется, нужно говорить про систему кураторства, про систему арт-рынка. То да, есть можно разделять система не кураторства на людей. Это кураторы. Подождите, нету какого-то, знаете, религиозного заведения под системой кураторства. Есть конкретно, сколько в Москве кураторов? Ну, я бы не так сказала. Вот мы смотрим, я бы так не сказала. Мы смотрим, например, последнюю триеннале «Гаража», да, когда кураторы, есть вот эта внутриинституциональная критика, и кураторы сами пытаются ее преодолеть. Вот, но это часть как раз вот этой институциональной системы, критики, нельзя, которую мы транслируем. Вы сами прекрасно понимаете, что изнутри системы нельзя ее изменить. А вот мне кажется, как раз система искусства, она обладает этим самокритичным взглядом, который позволяет саму себя изнутри менять, в отличие от многих других систем. Но смотрите, кураторы вообще изменили искусство. Вы знаете, за последние там 100 с лишним лет, ну, они критики, больше всего... кураторы. Ну, тут, это на самом деле вопрос, который можно отдельно обсуждать. Я думаю, что мы можем вынести, например, на конец. Но я согласна. Мы говорим, что здесь совсем можно как бы поспорить, что каждый вопрос можно рассмотреть отдельно. Вот. Ну, спасибо. Так, следующий слайд. Таф. Что у нас там? Вот. Что надо сказать, что часто мы слышим, что арт-рынок в России не существует, что система искусства тоже, по сути, очень, ну, только начинает развиваться и набирать какую-то критическую массу. Вот. Но параллельно со всеми этими недостатками происходит изменение вокруг самой системы искусства, вне системы искусства. И это, например, соцсети становятся площадкой для самопродвижения. Художники, минуя все эти как раз галерейные институты, галерейные среды, они связываются напрямую с зрителем, создают свою аудиторию. Часто это могут быть художники, не имеющие отношения ни к каким образовательным институциям опять. Вот. Но, собственно, дальше, как мы вам рассказали на примере «Вкуса бумаги», супермаркета, растет этот рынок альтернативного искусства, тоже вне галерейный, вне кураторский, вне профессиональный, когда зритель сам выбирает, что ему нужно, сам знакомится с художниками. Существуют многие способы самообразования. То есть художник может обойти арт-школы и набрать большое количество информации о современных контекстах из сети. Из лекций, да, разных из программ. Лекций. И таким образом выстроить свой контекст. Попытаться тоже, да. Вот. Потом для нас очень-очень интересный момент — это artist-run spaces. Это тоже для Европы, для Америки. Это всегда
для Европы, ладно, Америки. Это был всегда такой способ прямого контакта с художником, со зрителем. Классический пример — это Сохо, когда в 50-60-е годы из Нью-Йорка все схлынули, переезжали в города, в пригороды, и город опустел, районы стали разрушаться, художники заняли район Сохо. Надо сказать, что в Сохо находились текстильные фабрики частные. Это не были такие большие пространства индустриальные, как свойственные России, гигантские промзоны, обнесенные забором с охраной на, не знаю, с пятью проходными. Вот, соответственно, занимая все эти пустующие площадки, образовывая свои пространства и среды, они привлекали туда зрителя. И то есть, когда ты идешь по Европе, у тебя галерея, 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 мастерская, достаточно тебе просто найти художника. У нас все эти художники, вот судя по карте, мы на первую карту, когда смотрели, когда она собралась, мы поняли, вау, все художники, очень много мастерских идет по синей ветке. Это промзоны, то есть то, что сейчас закрылось. Но, к сожалению, у зрителя нет доступа в эти промзоны. Ты не можешь просто так пойти попасть в мастерскую, если ты про нее не знаешь, если это не твои друзья. Кроме того, в российском контексте есть еще одна особенность, связанная с независимыми площадками. Поскольку в таком мегаполисе, например, как Москва, довольно сложно найти бесплатное помещение для мастерской. И все художники, которые сейчас работают в студиях, в том числе участники нашего проекта, платят аренду. Она коммерческая аренда в центре, она супердорогая, то есть сложно представить мастерскую. Ну, вот тут есть вам вопрос к Союзу художников и всех их фондам, но мы эту тему как-то не поднимали. Но мастерские-то есть в центре, но интересно, у кого. Вот, поехали дальше. Что там у нас? Пандемия, Надя, расскажешь. Да, и вы все прекрасно знаете, что пандемия поменяла... поменяла правила игры в том, как работала система искусства. Повлияла, я бы сказала, значит. Повлияла, но и переменила какие-то правила. То есть довольно много художников ушли в онлайн. Появились такие явления, как «Шар и крест», объединение на Фейсбуке, где объединение взаимопомощи художников и коллекционеров, где можно было купить работы довольно дешево для этих вещей, которые там были выставлены. Это превратилось в целое движение, которое до сих пор существует. Кроме того, все галереи, которые каждый месяц открывали свои двери с новым проектом, замерли. И эту проблему нужно было как-то решать. И каждый... На самом деле они не замерли, там владей так бомбанул, что ой-ой-ой, я вот это не стала. То есть они искали формы взаимодействия со зрителем, кто-то более удачно, кто-то менее. Меня в данном случае интересуют художники, которые активировались через соцсети, стали через телеграм-каналы, стали пытаться что-то продать. И в некоторых случаях достаточно успешно. Вот, из последней появляется новый зритель. Ох. Да, микрофон. А у вас здесь нету такого явления, по-моему, или я не вижу, маркетплейсы, да? Потому что они сейчас вообще один из больших двигателей. Есть, есть. Растет альтернативный рынок искусства. Мы вот про них как раз, да, писали. Да, это же про нас, как мы могли забыть. Вот, и появляется новый зритель. Ой, сейчас я посмотрю, что у меня было написано. Простите за комментарий. Слишком много информации для моей головы. Самообразование художника подстегивает также и самообразование зрителя. Довольно много текстов переведены на русский язык. В частности, издательская программа «Гаража» делает много для этого. И зритель начинает разбираться в контекстах современного искусства и уже не так пугает какие-то непонятные вещи, которые он видит в произведениях искусства. И он начинает анализировать эти вещи со своей точки зрения. Это довольно интересный процесс, который происходит прямо сейчас на наших глазах.
Да, я нашла свой комментарий. Да. Это, я, по-моему, даже его проговорила, но если раньше для зрителей искусства это было в музеях и галереях, опять же, дистанция, вот как раз сейчас новый зритель, который себя соизмеряет с этим искусством. Вот, я повторяюсь, но это про это. Вот. Так. Следующий этап. Что же делает Art Space Hopping? Мы быстренько постараемся пробежать, чтобы вас не мучить. А, в общем, режим комфортного художественного производства и вовлечения. Настя, Надя, можешь полистать, пожалуйста? Да, конечно. Итак, во-первых, для художников из профессиональной как бы, среды, кто занимается профессиональным искусством, это возможность показать твою следующую работу в процессе. Да, который ты обычно в галерее, в музее не представляешь. То есть не нужно отвлекаться на какие-то кураторские организованные выставки. Ты можешь пустить гостей в мастерскую и показать то, над чем ты работаешь прямо сейчас без специальной подготовки. Вот. Потом работы не изымаются из контекста, тоже очень важно. Они находятся внутри мастерской, не то, что не отчуждаются. Ну ладно, это не очень интересно, наверное. Это слишком большая тема. Да. Потом художник сам решает, что ему комфортно в данный момент показать, если он подключается к арт-спейс-хоппингу. Мы не просим никаких кураторских специальных текстов, ни какой-то концепции процессов, которые происходить будут на площадке. Ты выбираешь это, исходя из своих возможностей в данный момент. Это как бы, очень удобный режим для участников. Дальше, что у нас? Неофициальный режим, да, показа работ. Это, опять же, про то, что ты не должна быть, это может быть, что можно совершать ошибки, что можно экспериментировать. Это не полноценная выставка с полным комплектом сопроводительных тем и сюжетов, сопроводительных описаний. Вот это тоже достаточно. Можно пробовать контекст своих работ на зрителях, можно обсуждать какие-то вещи, считываются они либо нет. Угу. И дружеское зрительское внимание. Мы заметили, что часто аудитория состоит, это 50% друзей. Мы всегда приходили на площадки и спрашивали, кто к вам пришел. И всегда около 50%, ну не всегда, те площадки, которые мы посетили, это были незнакомые люди. То есть для художников, которые только вступают на профессиональное поле, для них это возможность при поддержке друзей, которые приходят, одновременно столкнуться с незнакомым зрителем. Вот. Возможность совмещать профессиональную деятельность с художественной практикой. Да, это тоже верно. То есть тебе не нужно забрасывать работу и все те процессы, которые параллельные у тебя идут. Можно сделать небольшую выставку, небольшой показ работ, просто пустить в мастерскую. Шанс для мастерских в промзоне. Да, это как раз про то, мы подумали об этом на втором маркете, на втором хоппинге, то, что появляясь на карте, во-первых, эти мастерские становятся видимыми, люди, аудитории узнают, где они находятся, появляются какие-то контакты, кто-то доходит и в любой момент может вернуться, написать этому художнику при желании связаться с ним напрямую и вообще раскрыть тот мир художественных мастерских, которые стоят за этими большими стенами крепостными наших промзон. Также у нас участвуют, да, мы снимаем иерархию между профессиональными художниками и художниками, которые называются любителями студийными объединениями. Интересно. Для нас это интересные процессы, потому что они вне поля видимости находятся институцией довольно часто. Опять же, сайт работает как каталог и архив. То есть можно всегда, если запомнился какой-то художник и не нашли его в Инстаграме, перейти на все это разнообразие инстаграмных картинок, инстаграмных профилей. Кроме того, можно договориться о визите в любой другой день, когда вам это удобно. И, по-моему, последнее. Да. Расскажу, наверное, историю, может быть, давай. Про Иру. У нас одна художница, которая вообще-то участвовала в супермаркете. Это история супермаркета. Она хотела участвовать в хоппинге, но у нее не получилось.
Она стояла, продавала свои работы, и к ней подходит соседка, смотрит на работы, вот, изучает работу, потом поднимает глаза, видит Иру и говорит: «Ирочка, а вы художница?» Вот, а это была ее соседка по подъезду. То есть она знакома с человеком, но не знает, чем человек занимается. Вот, собственно, этот момент — это про то, что искусство — это больше не фетишистский объект где-нибудь в музее, на который нельзя дышать. И это не сложные процессы, ну, не сложные процессы, это не перформансы, к которым иногда сложно подключиться, находясь в институциях. А здесь у нас зритель или покупатель, зритель, он гость, он приходит в гости. И это подразумевает какой-то более расслабленный режим коммуникации. Ой, что еще? Да, ну, в общем, да, это оно. А, надо сказать, что художник, когда мы говорим художник, мы на самом деле имеем очень широкое поле понятий. Для нас это и музыканты, и композиторы, и режиссеры. То есть вот последний проект для нас был важен, сделать его междисциплинарным. И у нас мы пригласили к участию поэтов, мы пригласили к участию музыкантов. То есть они все были вовлечены, и нам важно, как они пересекаются. Мы расскажем подальше на примерах, как, например, музыканты делали концерты в художественных мастерских. Вот таких связок получилось, к сожалению, пока не так много. У нас было мало времени на подготовку, но следующий маркет уже появляется какие-то... Ой, проект. Появляется интересный момент. И еще один важный момент, который связан с нашим проектом, это городское пространство. Поскольку мастерские, студии рассыпаны по всему городу, мы рассмотрели город как утопию. Мы стали размышлять о том, как бы нам хотелось, чтобы город был устроен. Да, это у меня... Сейчас я не знаю, слышно. Да. У меня был вопрос про, ну, про предыдущую часть, но я думаю, что, может быть, до этого вы дойдете еще про... Давай вопрос чуть-чуть, диалог, да? Был бы неплохо. Да, да, но мне захотелось просто спросить про... То есть вы этого нового зрителя описали, да, какой он, да, и что он какой-то другой измененной системе, там более дружелюбный, более открытый, да, лишенный вот этой строгой иерархии на суперэкспертное знание, неэкспертное. И как вы поняли, что вот этому зрителю, ну, как бы этот новый зритель, его стало больше вот за прошлый, за апрельский хоппинг, да? Или вы поняли, как люди делятся, что вы проверяете, по какому критерию, да, что они рублем проголосовали и больше работ купили, или вы смотрите на общий вайб какое-то, вот, ну, такое состояние, настроение? Скорее мы смотрим на прямые контакты. Мы присутствуем при некоторых диалогах, которые случаются. Uh-huh. Мы знаем от художников, что у них за время арт-хоппинга за 2 дня состоялось очень важных несколько разговоров, которые дополнили проект или прокомментировали его какими-то историями из личной судьбы зрителя. Это как-то соединяется с опытом художника, поскольку многие авторы, которые у нас участвуют, в том числе несколько выставочных проектов, они были завязаны на том, что художники делятся своим опытом. Отклик был невероятный у зрителей. Надь, я бы еще, знаешь, уточнила просто, да, какой есть момент, то что изначально музеи и все, ну, классические площадки, они воспитывали зрителя, они учили вести его себя определенным образом в музее. Вот, а мы как раз говорим о том, что мы создаем среду, которая этого зрителя переучивает, она более коммуникативная, она более близкая. Вот. Тут просто еще тогда любопытный вопрос, то есть что вы это делаете, потому что вы увидели до этого результат? Да, вот когда вкус бумаги перерос в art space hopping, да, и вы увидели, как рост, как вот эти все действия, да, они приводят к какому-то бизнес-росту. Или вы здесь отказываетесь от какой-то бизнес-составляющей, вы больше работаете как, ну, именно в галерее в таком более патронском смысле, да, как некое пространство, которое, ну, в смысле не пространство, да, как некий институт, который еще создает эту среду, подпитывает ее. Потому что здесь же еще все равно есть честный такой разговор, да, про то, насколько ваши усилия, вы получаете отдачу, да, и вы, есть отдача вот эта эмоциональная, не знаю, энергетическая, да, и она явно есть, да, то есть там даже как вы описываете, да, что это не какая-то строгая механистичная система. Но еще интересно, если вам комфортно про это рассказывать, да, все равно есть ваши какие-то трудочасы, ваши инвестиции какие-то, вот с этой точки зрения вы получаете отдачу,
Или она у вас, как бы, вы ее договорились, что между собой, например, да, как партнер, работающий над этим проектом, да, что она для вас не имеет значения, или что, не знаю, она будет иметь значение там, через 5 лет или так далее. То есть можете вы еще какой-то вот этот момент раскрыть. И вопрос тоже, какой, есть ли у вас какие-то цифры или показатели из вот этих зрителей, которые пришли, получили удовольствие, пообщались с художником, да, может быть, действительно получили опыт, да, состоялся вот этот контакт для них, и они действительно себя почувствовали комфортнее и более желанными. А какой из них процент что-то купил, приобрел? Статистики нет, но было просто поток сторис от людей, которые писали: «Вау-вау-вау, как круто, это было так здорово, там очень понравилось». Ну вот да, но вопрос, как бы отслеживали ли вы разницу между тем, что я понравилось, и потом спрашивали у художников, не знаю, про которых писали, что понравилось, у них что-то купили или нет? Статистику вести невероятно сложно, поскольку не все площадки продают работы. Некоторые площадки делают выставочные проекты, и наш интерес не находится в таком коммерческом русле. Мы не пытаемся отслеживать эти вещи, потому что это все-таки выходит за рамки нашего участия и нашего интереса. То есть мы можем спросить, как прошел маркет, как прошли продажи, что произошло, какие у вас были встречи, купили ли ваши работы и так далее, но количество и суммы нас не интересуют. Ну, вообще нам было бы любопытно, но это даже со вкусом бумаги супермаркетом, когда мы просили первое время прислать какую-то статистику, ну, собирали статистику с каждого из авторов. Очень мало кто из авторов откликался, никто ничего не присылал, поэтому мы во время события стараемся обойти максимальное количество точек, чтобы увидеть своими глазами, что происходит. Вот. И спрашиваем участников, как дела, какая аудитория была, про покупки у друзей спрашиваем. Вот. Просто у меня сразу, ну, работает это же, видимо, как раз системное мышление, тоже, ну, институциональное, да, потому что я, например, первые года, когда работала в гараже, я тоже на каком-то таком энтузиазме. А потом начинаешь задавать вопросы про то, как бы, зачем я это делаю, да, какие у меня показатели успеха, и когда, например, как минимум первый раз энтузиазм разбивается о необходимости, например, дальше масштабироваться, да, потому что, как бы, вот эта энергия, которая приобретается в этом энтузиазме, ее дальше хочется куда-то направлять. А чтобы ее направить, уже нужна помощь каких-то других людей. Ну, то есть, например, что вам там, возможно, если на следующий год вам нужны будут какие-нибудь там, не знаю, волонтеры, медиаторы или кто-то, кто еще ведет статистику, или какое-то там приложение, через которое все покупают и продают. Потому что у меня был кейс, да, вот что одна из точек прошлого хоппинга, она была у меня прямо внизу в кафе, да. Mm-hmm. И это была пандемия, я спустилась с детьми, тут смотрю, у меня на стенах висят работы. Это где? Кооператив «Черный». Ага, отлично. Я живу в этом доме, да, и это как бы мое родное место. И я спускаюсь и говорю, и вижу две работы, которые, думаю, одну куплю подружке в подарок, другую куплю, вот купил нашему директору, потому что он коллекционирует принты. Она была там вообще недорогая, 800 рублей. Но и в «Черном» я всех знаю поименно, да, то есть я всех баристов, всех владельцев. И я начинала к ребятам, говорю, а где кто вообще, кому деньги, вот я хочу купить вот это. Они говорят, а мы не знаем, типа пришли ребята, повесили, да, ну, то есть чтобы зрителям было понятно, кооператив «Черный» — это тоже такая кофейня, работающая по новым стандартам, это действительно кооператив. Там все и баристы, и те, кто инициировал, они все в доле. Как бы это ребята, поддерживающие много очень таких важных инициатив. И любых, да, какой-то хиппиш. Там поэтому очень такая неформальная атмосфера, и можно всех все спросить. Они говорят, мы повесили, да, потому что считаем, что это круто. Но сейчас попозже придет художник. Потом пришла девочка-художница, одной я что-то ей купила, переведя нам на Сбербанк. Mm-hmm. Ой, так сейчас мне будет. Можно пользоваться другими тоже банками. И потом я искала второго, ну, как бы автора. И его не нашла, и потом мне кто-то кому-то перезвонил куда-то. Ну, то есть, и вот эта цепочка, она, с одной стороны, действительно делает проще доступ, но, например, конкретно в «Черном» не было того, кто это знал. Mm-hmm. Из-за того, что я там жила, я смогла туда зайти 4 раза подряд. Ну, за день, да. И вот здесь вот момент все-таки, как вы для себя, вот, или просто вы пока только начинаете про это думать? Первый проект был пробным. Mm-hmm. Мы размышляли над какими-то системами, но мы не выработали какую-то идеальную, которая mm-hmm. отвечала бы на эти вопросы. И мы, поскольку мы включали также самоорганизацию художников mm-hmm. в наш проект, мы говорили, что важно каждому автору эту цепочку самому отслеживать, как он ведет монтаж, демонтаж, договоренности с площадкой и так далее, uh-huh. как может зритель узнать об этом.
Но, естественно, это был пробный момент. Я знаю, что в этом году «Черный» показал уже своих авторов, с которыми они знакомы и с которыми они сотрудничают. Я не смогла зайти, даже в Петербурге была. Но в любом случае мы не берем на себя абсолютно никакого курирования над отдельными локациями. То есть художники сами выстраивают все эти отношения. Если говорить о том, что подогревает по-прежнему наш интерес к этому проекту, мы в какой-то момент поняли, что он является исследовательским. И мы отодвинули на какой-то момент рамку коммерческую. То есть мы тестировали то, как ведет себя публика. Мы предложили в первом и во втором случае систему донатов. То есть мы объявили наш проект, и нам важно было узнать, готовы ли жители этого города поддерживать художников, поддерживать такие инициативы. Они не готовы. Да, Женя расскажет об этом. Ты готова? Да, я могу рассказать. У нас на первую... То есть система донатов была, ты можешь заплатить через систему Type 200 рублей и как бы ходить по всем площадкам. Два дня. Скачать карту, да, по-моему? Ну, карта открытая. То есть все источники информации были открыты. Да. А, даже тогда? Потому что Коммунизм. Первый год, у меня просто не было времени ходить, все, да, и я посмотрела, послала друзьям. Но я так сначала, когда быстро читала, я поняла, что надо сначала заплатить, а потом получить карту. Но мне как раз показалось, что это как бы очень честно, да, потому что вы все там нарисовали, все контакты написали, как войти на все эти проходные, которые как раз в промзонах. Интересная мысль. Но мне кажется, об этом не думали. В принципе, как... То есть, конечно, тогда у вас появляется ответственность. То есть если вы это прописываете, что люди должны за это войти, то у вас появляется ответственность, что когда они куда-то не войдут, у вас какой-то должен быть общий, не знаю, телефон разводящего, который будет комментировать, как куда пойти. Но мы же сформулировали для себя, что искусство должно быть доступным. Вот в чем был смысл. То есть что неважно, много у тебя денег или мало, но если много денег заплати, если мало, иди и смотри. То есть ты должен, не должно быть билета, по которому ты приходишь в музей. Вот, и как бы если ты мигрант, и вдруг тебе захотелось немножечко прогуляться и развеяться, ты можешь попасть в мастерскую в любую. Вот, как бы такая идея. Это здорово. Поэтому, мигрантов мы как раз мы знаем исследования, тоже сейчас запустили часть экскурсии, что действительно там для людей 200, 300 там, или 400 рублей это может быть очень большое. Деньги, да, мы по себе знаем, что это могут быть деньги. Вот, но на самом деле, да, в общем. Поэтому проект останется открытым, пока у нас хватит энтузиазма, но мы просто будем искать партнеров, спонсоров, чтобы дальше развивать этот проект, потому что без денег как бы, он будет существовать, но он не будет развиваться. То есть если вы идете к каким-то спонсорам-партнерам, то вы скорее будете говорить про вот эту идею доступности, открытости произведений художников и топить за вот контакт зрителей художника и обеспечение вот этой как раз встречи, да, и какого-то дружелюбного режима. Да, и какого-то режима. Исследования городских форматов. Да, и можно перейти к городу. И мы приходим, да, возвращаемся. Наши мечты. К городу утопии, как мы о нем размышляли. И начинаем мы вот с этого пункта «Художник в городе». А сколько у нас времени осталось? Нам надо еще как-то... и показать художников. У вас еще около получаса, да, но включая и зрители, вы, если хотите это активно включаться, включайтесь. Мне кажется, здесь очень хорошо пользоваться тем, что нас мало. Можно задавать любые вопросы, которые вам... То есть я произвела микрофон, потому что мне тоже искренне интересно. И мне нравится, когда из какой-то очень маленькой вот такой инициативы рождается что-то очень большое, и при этом смотреть, как это живет. Но вы задавайте вопросы любого рода. Еще у меня, кстати, был вопрос, чтобы не отклоняться от нашей общей темы. Почему вдруг, вот, как вы сказали, вы почувствовали, что не хватает только, не знаю, тиражного искусства или только печатной графики? Нужно что-то еще? Почему узко в этом формате? Вопрос. Но я когда делаю принт-маркет, мне всегда бросалось в глаза и тревожило, что тиражная графика склонна к декоративным каким-то моментам. То есть там мало концептуальных было работ, и художники очень концентрировались на фактурности, бумаге, вот этих всех модернистских терминах. А мне было интересно выйти за эти рамки, потому что, конечно, искусство — это не только... то, что можно потрогать и ощутить, но гораздо больше. Надя? Да, мы хотели бы, лично мне интересно расширять рамку контекста художественного производства, поскольку меня интересуют процессуальные практики в искусстве больше, чем те, которые приводят к
объектом искусства. То есть может быть так, что на следующий год у вас будет вообще целиком какая-то перформативная история? Может быть, не через год, но может быть, через какое-то время. Не знаю. Хорошо. Так, ладно, давайте вернемся в город утопий. Ну, кстати, вот важный момент, вот этот переходный мостик, почему тиражная графика, потому что для меня всегда было важным доступное искусство. Если оригинал стоит дорого, то тиражная графика — это идея доступности. Она может каждый себе позволить, кто-то может покопить и себе позволить любимого художника. Вот. И потом, то есть доступное искусство, а потом уже доступно, ну, как бы и дорога дальше. Да, причем хоппинга. Это может быть доступная живопись на холсте, доступный объект, который в музее получает какую-то баснословную цену. Нам важно было нащупать вот такие ходы, где живопись может тоже быть доступной для человека, который только знакомится с искусством. Это получается от доступного объекта в виде искусства до доступного опыта искусства, разнообразного опыта. Вот что. Еще у Жени была превосходная утопическая идея, что, получив произведение искусства в свою квартиру, художник, зритель может поменяться. То есть, повесив живопись или получив какой-то специфический объект себя в руки, вдруг поменяется его оптика. Не помню такого, но я помню, что это был невероятная твоя идея, связанная с этим. Итак, давайте вернемся к художнику в городе. И мы говорили уже о мастерских, которые по большей части наши участники работают в бывших зданиях заводов. И придя к художнику в гости, поговорив с ним, вы можете, во-первых, услышать через его оптику то, как он переживает городское пространство и как он может своей оптикой менять ваше отношение к этому городу. И еще один момент географический. Исследуя заводские пространства, вы можете совершенно иначе посмотреть на знакомый вам ландшафт. И вот у нас есть такой замечательный термин, который нам очень нравится — пересборка городского пространства через искусство. Это возможность менять ограничивающие нас с очень разных сторон контексты. Это скорее про привычные нормативные формы поведения в городе, да. Через покупку, через там прогулку. Ты лучше меня формулируй. Через рутинные действия каким-то образом можно почувствовать совершенно другой город, если мы вдруг можем поговорить с незнакомым человеком об искусстве. Каким-то образом этот город, который в мегаполисе часто мы чувствуем невероятное отчуждение, нам не хватает теплых контактов. Искусство может быть таким медиумом, через который эти контакты могут завязаться. Для меня это было немножечко другое. Мы просто уже начинаем уставать, как два интроверта, которые не привыкли говорить. На самом деле, надо сказать, что мы проект сделали ни разу не в виде полностью команды, и с Надей мы встретились только два или один раз, все остальное время это был онлайн. Вот весь проект. Поэтому для нас это не очень привычный формат. Радикальное событие. Да, да, мы собрались. Мы вытащили. Вот, я формулирую пересборку городского пространства таким образом, что у нас есть привычный набор способов коммуникации с городом. Это там сходить в кафе, сходить в бассейн, спортплощадку, прогуляться. Вот, и мы за их рамки редко выходим, там в театр или по барам прогуляться. Вот. А здесь, получается, в коммуникации включается художник, каждый художник со своим настроением, со своим опытом, со своим способом глядеть на мир, он пересобирает пространство вокруг него, и, попадая к художнику, ты переживаешь другой опыт вместе с этим художником. Ну, то есть нам бы хотелось, чтобы это так работало, вот, чтобы ты то есть ты приходишь на одну площадку, встречаешь художника, друга, идешь с ним на другую площадку, вы попадаете в какое-нибудь приключение, и вот так все намешивается, и ты учишься, что ли, жить по-другому, переживать по-другому город. Ну и вообще опыт другой получать. Вот.
Да, постоянные городские маршруты тоже не позволяют нам чувствовать город во всей его красоте, во всем масштабе этого большого города и красивого. И поэтому фланирование... Разнообразного, да, красивого. Это практика, которая известна с середины XIX века. Художники отправлялись по городскому пространству, используя карты других городов или пытаясь намеренно не следовать привычным маршрутам. Да, и когда ты гуляешь по этой карте, так как художественные мастерские часто находятся в очень странных местах, так как это как бы дешевле, вот, то ты попадаешь в очень необычное пространство. Это не Тверская, а Чистопрудный бульвар или вот этот весь набор стандартных магистралей, а новые пути. Дальше. Наш проект стремится снять оппозицию между центром города и периферией. Чтобы классно провести время, не нужно ехать в центр, можно прийти в мастерскую и на своем районе. То есть, например, ну вы случайно попали на Art Space Hopping, но были ребята, вот у нас сидит шеф мастерской Print Nonstop, который находится в Реутове, на секундочку, и, соответственно, на первый и на второй, я вот не знаю, я знаю, что на первое событие к ним пришли жители района в гараж, чтобы посмотреть, как печатаются большие тиражи в гараж в Реутове. Вау, круто. Расширенные функции общественных пространств. Мы привыкли путешествовать по городу, заходя в кафе. Мы знаем, что нам досталось наследство советских времен, широкий спектр общественных пространств, таких как кинотеатры, библиотеки, какие-то зоны, которые, в которые довольно сложно вдохнуть жизнь. А теперь, Надь, ты забыла про важный момент. Да. То, что у нас же участвуют не только мастерские, а то, что у нас есть такая большая часть проекта, что художники, которые не имеют свою мастерскую или не имеют возможности туда пригласить гостей, мы договариваемся с площадками по всему городу. Это могут быть бары, кафе, рестораны, библиотеки, кинотеатры, которые готовы принять в себя художников. И художники делают выставки и события в этих общественных местах, то есть наделяя их какими-то дополнительными смыслами. А самое такое какое-то необычное место? Ну, или который, от которого вы думали, что, не знаю, оно цветочный будет? Цветочный магазин. Ну, это не самое, наверное, необычное, но нас удивило этот момент, да, мы, да, не ожидали сами. Художница очень хотела показать серию своих акварельных работ, своих снов именно в цветочном магазине. И у нас был целый квест, как бы найти ей площадку, которая идеально совпала по духу с ее работами. И нам это удалось. Мне порадовало, что Москино, например. Москино, да, подключились. Но мы про них покажем, что там происходило. Угу. То есть здесь вы институционально договорились с Москино? Или это какой-то был отдельный кинотеатр? Мы делали open call для площадок, для локаций, которые дружественны. Я писала Москино, вот там Катя работает. Она оказалась очень как бы динамичной, сказала, да, нам интересно, прислала презентацию. Мы рассказали, как это. Но большинство площадок откликнулись сами. Да, сами написали. Хотя, я неверно, была Катя, которая обзванивала площадки, наш суперстажер. Так. Вот, и, в общем, мы хотели сказать, что если внешне весь этот проект выглядит как просто прогулки по художественным мастерским, то для нас это вот это. Невероятно сложная структура. Я надеюсь, что какие-то аспекты вам были в новинку. Или интересно хотя бы. Да. И сейчас мы... Наконец, приступим к тому, что мы покажем участникам, да. Какие-то примеры. Да, вот здесь наши сайты. Там будут наши две карты. А-а-а. Вот видно, как они чуть-чуть распространились. То есть больше первый маркет был все-таки в центре, проект. Вот, а второй Эш уже стал более... Расширенный. Кроме того, появились экскурсии как жанр. Вот это один замечательный проект, который долго не мог найти своего пристанища. Идея была в том, что вот эти вот прекрасные керамические объекты должны были оказаться прямо в городской среде. Это художница Лиза Гусё, да, выставка ее называлась «Керамика во дворе». Да, этот проект
довольно долго искал двор, и керамические вот эти объекты были сделаны по плану этого двора, который был найден. Но в какой-то момент, когда художники пришли инсталлировать свои работы, выяснилось, что от двора ничего не осталось. Нет, там была куча строительного мусора, я ее лично видела, в 3 метра высотой гора. На Большой Ордынке, надо сказать, в центре. Да, в центре города довольно странно, что может в тот момент, когда это необходимо, оказаться гигантская куча строительного мусора. Следующий двор, который облюбовали авторы этого проекта, был, как сказать, художников выдворили из этого двора, поскольку местный музей не почувствовал какую-то опасность от присутствия произведений в этом пространстве. Там даже такая история была, они сказали, нам этот двор показался подходящим, потому что там жил бомж Виталик. Мы с ним пообщались, он сказал, да, классное место, но меня отсюда завтра выгоняет. Но они подумали, ладно, мы не бомж, мы искусство попробуем сделать. И когда они начали, по-моему, инсталляцию, вышел директорка музея и сказала, я вызову полицию. Вот. В результате ребята решили перенести все к себе домой, в гостиную. Это было единственное для них доступное место. Но чтобы как-то сохранить идею двора, они срезали баннер, большой вот этот фасадный баннер, которым завешивают пространство. Сказали, мы пошли в 3 ночи, пустая улица, мы спокойно отрезаем баннер, причем баннер на секундочку 3 на 15 метров, это очень большой кусок, и когда он с шумом падает вниз, они просто видят оживленную улицу, по которой едут самокаты, гуляют прохожие, у них просто вот почти стена дома. Да, эти леса были отмыты на автомойке, и комната была обернута этим полотнищем. И сверху, вот, возможно, вы видите на этих слайдах... Там плохо видно фрагменты. Да, фрагмент фасада. То есть фактически ребята принесли часть фасада в свое интимное пространство. Они закрыли все это еще одним слоем полупрозрачной бумаги, и зрители попадали в пространство, прогретое вот этими свечами, такую утробу. И кроме того, там было предусмотрено выступление музыкантов. И как раз вот интересный момент возник про неожиданные связи, которые могут быть на площадке. Девушка, виолончелистка Саша, она привела с собой друга поэта, с которым познакомилась накануне, и неожиданно для него предложила ему почитать стихи его. Вот он читал стихи, а она в ответ играла импровизационные фрагменты. Вот это было для всех неожиданно, очень здорово, тепло и душевно. Да, вся компания перенеслась в такие времена, когда квартирники с поэтами были в порядке вещей. Это был очень трогательный момент. Так, вот здесь еще одна квартира. Это город, да? Это творческое объединение «Перспектива». Это квартира, которая использовалась как мастерская группы. Это была квартира, это не была мастерская. Ребята там жили, но неожиданно к ним в квартиру ворвался город. То есть на расстоянии 2-3 метров от окон начали строить магистрали, передвигать железную дорогу. И когда мы туда приходили, там просто пыльные бури, стройка вокруг. Вот видите вид из окна. Да, это вид из окна и постер. Вот, а так выглядела выставка, то есть мы видим остатки квартиры, потому что мебель оттуда уже повыносили, в основном ребята там, по-моему, некоторое время уже не живут, но эта квартира была тусовая для фотографов, по-моему, там была школа Родченко, провела очень много приятных вечеров, буйных и небуйных, вот, соответственно, они ее адаптировали, они сделали невероятную выставку своих работ, которая полностью гармонично очень вписывалась во всю эту бытовуху. И у них был интересный момент, они сказали, мы будем работать с 6 вечера субботы до 6 вечера воскресенья, 24 часа, то есть одни сутки. И к ним в 3:30 или в 2:30, они уже уснули где-то на полу, мы сказали, мы уже лежали, спали на полу, в 3:15 пришла пара молодая на выставку. Они открыли, провели им экскурсию, вот,
это было достаточно, ну, как бы, мне очень нравится. Тут вот видно, например, фотографии, это сосед зашел, гости на выставку. Вот, да, вот, вот тут есть еще гость-строитель вот с этой самой стройки и соседка с другого этажа. Дальше, да. Так. Это как раз про включение любителей в проект. Это простая школа, в которой проходит очень много разных мастер-классов, образовательных практик. Они у нас участвовали только в первый раз с маркетом, вот, но на маркете, я так понимаю, продавали в том числе работы у гостей, резидентов простой школы. Вот. А, ну, эти слайды, они скорее просто про то, что там происходит, это не относится к нашему событию, но мы хотели рассказать. Давай про «Да-да», это тоже про любительство. Да, вот здесь один, к сожалению, кадр. Это довольно любопытная история. Группа ребят, которые занимались на коротком курсе рисунка, кто-то из них был дизайнером, но большинство из них не рисовали только для себя. То есть абсолютно любительский контекст. И благодаря короткому курсу они вдруг почувствовали какую-то собственную линию в рисунке, получили возможность обрести какой-то стиль и, воспользовавшись нашим предложением, устроили выставку в кафе. Они сами договорились с пространством, с владельцами, сами смонтировали экспозицию, она выглядела невероятно мило вписана вот в эти... Почему только одну картинку поставила? Там действительно было, ну, да. Несмотря на то, что все эти работы похожи на эскизы, на общее ощущение от выставки, ну, от экспозиции было очень приятно. Это был довольно смелый шаг для людей, которые рисуют три недели, да. Они были в полном восторге, им очень понравился этот контекст, что они могут выставиться наравне с профессиональными авторами. А у меня вопрос, то есть вы вообще всех-всех принимали, ничего не отсеивали? Или был какой-то у вас был внутренний сенс на что-то, не знаю, там? Был, это на самом деле сложный вопрос. На оскорбление, или это все равно какая-то ваша личная эстетика, как вы? И делали вы это вдвоем? Да, мы в этот раз мы делали вдвоем. На самом деле мы заходили на второй проект с идеей брать всех, но когда нам пошли заявки, мы поняли, что мы не можем это делать, и каждую заявку рассматривали индивидуально. Каких-то общих критериев мы не выработали, но откровенно декоративные штуки или коммерческие работы мы старались не брать, если не видели в них чего-то более широкого, чем... А вы писали, что вот, да, не знаю, вас мы не взяли потому-то, потому-то? Или вы писали, что мы никому не, ну, кого мы возьмем, тому мы напишем? Мы сделали общую рассылку отказов с какими-то формулировками, что, угу. Ну, вот. Угу. Сложно ответить всем индивидуально. Я прекрасно понимаю, я поэтому задаю такие вопросы. На самом деле было совсем немного людей, которым мы отказали. Угу. Очень немного. Практически, ну, может быть, 98% попали. Нет, побольше, 10% достаточно мы не брали. Так, вот здесь... Сколько всего у вас есть цифры? Помните, сколько всего было заявок? Мне кажется, около 120 заявок было. Угу. Вот. В первый я не помню. Ну что-то около того же. Там меньше, потому что вот в первом мы брали практически всех, мы там никому не отказывали. Но так как проект еще не был известен, в узких кругах. Вот. Он был известен в очень узких кругах, то там в основном все знакомые художники пришли. Да, здесь работа Алисы Иоффе, это мастерская на фабрике. Это про включенность профессиональных художников. Да, то, что они показывают какие-то процессуальные вещи. Давай дальше. Вот Саша Познер участвовал, показывал свои эскизы, но он даже сделал какую-то небольшую общую подборку работ. Он сделал выставку, в которой он показал свои эскизы. Это было довольно любопытно, потому что чаще всего, наверняка вы знаете работы Саши, когда он их показывает в Excel-галерее или на больших проектах. Здесь он показывал еще какие-то эскизы, и он специально для этого проекта напечатал зин. Вот вы видите его здесь. Так, вот это замечательный проект, который связан с мастерской печати на электрозаводе.
Это мастерская «Принтмафия», и у нас это была не выставка и не открытые двери. Мы провели там концерт, который был организован Союзом композиторов, а ансамбль «Rehearsed» сыграл. А можно видео включить, Лёш? Включи, пожалуйста. Репетиция. Он сыграл произведения современных композиторов, и после чего устроил встречу, обсуждение. То есть это был не просто концерт, а возможность пообщаться с музыкантами и с композиторами. Не двигается. Двигается. А вот это карусель, называется карусель. Это станок для печати на текстиле. То есть методом шелкографии. Вот. И это репетиция, я сейчас не вспомню, какого фрагмента, какого произведения. Вот. Один из участников ансамбля проигрывает, ну, не знаю, репетирует. Спасибо. Вот. А на фотографии это фрагменты, это фотографии с самого концерта. А это уже обсуждение. Давай дальше. Это любопытный проект, который состоялся. Это выставка, которая возникла при нашем участии. Возможно, вы знаете такую художницу Сашу Бабкову. Это вопрос про нерешительных художников, да, да, как раз, есть, которые автономную практику ведут, но редко, крайне редко имеют возможность ее представить. Саша, мы знали о том, что она готовит большой персональный проект, который еще неизвестно, в каком будет пространстве, но мы знали контексты, что Саша опирается в этом проекте на какие-то автобиографические моменты своего взросления, своего становления, своей работы с историей. И мы предложили ей показать процесс подготовки выставки. И это вылилось в отдельный проект, который как раз случился таким процессуальным опытом. И вы видите, что Саша привлекла еще троих художников. Пашу Гришина, живописца, Альбину Шеймуратову и Артура Шураева. И Саша, готовя работу, разделила пространство двух дней, субботы и воскресенье, на приемные часы, где публика приходила к определенной тематической части, которая была так или иначе названа. Вот вы видите это расписание. Все остальные части были закрыты вот такими покрывалами и не были доступны. То есть зритель получал только ту часть, на которую он мог прийти. И вы видите здесь открытые вот такие объекты, которые Саша делает, шьет сама и делает такие деревянные кроватки. Вот здесь она делает еще одну работу папье-маше, которая будет присутствовать в выставке. И я присутствовала на визитах зрителей, это было невероятно интересно, потому что Саша начинала рассказывать о контексте этой работы, зрители сразу же включались в обсуждение, вспоминали какие-то свои сны, истории из детства. Это было невероятно трогательно. Вот здесь был день, когда... Да? Да? Хорошо. Это у нас это репетиция шумохранилища. То есть это ребята, как я выяснила, пообщавшись с ними после проекта, они... По-моему, последний перформанс они сделали 3 года назад. Вот тут они узнали про проект и подумали, что это классная возможность вернуться к каким-то перформативным практикам. И сделали 2 проекта. Один проходил в субботу, шумохранилище. Это была репетиция нойз-банды в одном из гаражей на Дубровке. Вот там была целая история. Они сделали, встречали публику, ой, я не смогу сейчас точно рассказать, что там происходило. Вот, но мне нравится второй проект, он назывался «Автобус Фантом». А мне видео... Нет. Ладно, я буду рассказывать. «Автобус Фантом». Да, это автобус, который отходил от станции Павелецкой. Они садились... Да, по кольцевому маршруту «Б». Ребята зашли с книгами в этот автобус и начинали чтение. Они подходили к пассажирам и предлагали им почитать книгу, с которой они пришли. Вот это
многие, как мне они рассказали, пассажиры были согласны, была вполне адекватная какая-то реакция. Они читали книгу, кто-то обсуждал, кто-то что-то спрашивал, кто-то не реагировал. А ты знаешь, например, какую книгу? Четыре книги, каждый выбрал просто на свой выбор, каждый участник перформанса. Ты знаешь, не знаю, художественная была. Там была поэтическая, я помню, блин, мне Аня рассказывала, но у меня уже вылетело из головы, честно говоря. Каждый выбрал свою любимую книгу. Там была и художественная литература, но, в общем, я не буду сейчас обманывать. Вот. Можете увидеть в Инстаграме это видео, достаточно трогательное, потому что человек читал с чувством этот текст, и он так льнул к пассажиру. В общем, это было невероятно интересное времяпрепровождение. Да, и, по-моему, я не помню, они сделали один круг в результате на автобусе по маршруту. Вот. Видео мы забыли прикрепить. Это у нас про что? Это тоже про концерт. Это еще одно пространство. А промзона, да. Площадки, которые находятся еще не широко известным заводе «Мосштамп». И там только сейчас начали сдаваться пространство. Там нет, там работает один мой давний друг, который нашел это место и снял мастерскую 8 лет назад. И только сейчас мы увидели это место, и здесь несколько мастерских, там диагональный коллектив. Угу. Ну, пролистнула, она была до этого. Вот, да, это фотографы школы Родченко, они делали маркет. Вот, вот это, собственно, Бурыкин, мастерская Виталия Бурыкина. Где проходил у нас концерт Кирилла. Кирилла, группа «Три сестры». У нас будет еще слайд об этом. Mm-hmm. Это мастерская Ани Таганцевой-Кобзевой. Mm-hmm. И вот, собственно, концерт. Довольно интересно, что мы тоже для этого концерта очень долго искали площадку с инструментом. Это был тоже целый квест. И в итоге мы обнаружили абсолютно расстроенное пианино в мастерской, на котором музыканты решились играть. И это было невероятно чудесное, тихое выступление. Это не дар, тоже очередная наша промзона. Это мастерская художника Mineral Weather, который делает украшения, керамику. И объекты. Архитектурная студия. Тоже на Нидаре. Тоже Нидар. Это не причастности, это студенты мастерской школы База, которые в пятером снимают, достаточно небольшая студия, но как раз они оформили это пространство в виде выставки. То есть, была мастерская, это, там была представлена экспозиция внутри мастерской. Замечательный перформанс, который состоялся лишь отчасти. Я думаю, мы сейчас посмотрим видео. Он проходил как раз в Москино, в кинотеатре «Звезда», вместе с параллельной там тоже выставкой художников. А включи, пожалуйста, видео как перформанс. Данс-перформанс. Посмотрите небольшой фрагмент, как танцовщики осваивают пространство кинотеатра. Репетиция перформанса. К сожалению, участница заболела в этот уикенд, когда должен был быть показ. Танцевала одна такая участница, да. Соло был танец, но этот проект все-таки будет реализован чуть позже. И нас порадовало, что второй проект, в нем было больше подобных каких-то практик или выставочных проектов, а не маркетов. Потому что если у нас на первом было сколько? Около 42 маркетов было анонсировано, на втором уже около 25, вот, а все остальные выходили в другом формате в проект.
Давай. Да, делали больше проб. Можно хорошо, выключить. Спасибо. Делали больше проб для презентации своих проектов, для рассказа о каких-то проектах, которые они делали не в Москве. Вот, например... Это архитекторы, на самом деле. Это называлось событие архитекторов, которые выходят в природу за город. Такой группами людей. Мне, опять же, сложно уже сформулировать, какая у них концепция, но для артспейс-хоппинга они, идея была вернуть природу в город, и они рассказывали свои проекты посредством видео, их выходов за городскую среду. А можно включить 1, 2, 3 по очереди? Да, они предлагали прийти в пространство бара культуру и предлагали создать вместе с ними какое-то пространство единения, природы, защищенности. Вот сейчас вы увидите какие-то фрагменты из их контекстов. Оно должно двигаться. Не двигается, Лёш. Не, оно чуть подвигалось. Да? Да. Ну ладно. А второй и третий? Да, они также устроили концерт вечером в воскресенье. А третий, это, по-моему, ЗИН. Это как раз тоже про некую мультидисциплинарность и... отсутствие разных медиумов на площадке. Спасибо. Вот. И, в общем-то... А, да, еще. Еще один любопытный проект, который долго тоже не мог найти свое место. В итоге проект... это был показ фильма художницы Марии Заикиной, которая сняла этот проект в Исландии. И заключалась... Это была документация проекта. И замечательно то, что он был участником берлинского фестиваля, который проходил именно в этот уикенд, и зрители могли присутствовать при премьерном показе и принять участие в обсуждении. Суть проекта заключалась в том, что в Исландии никогда не было железной дороги, и Маша взяла... звук поездов и расположила динамики по, в этом городе на улице. И довольно, довольно громко это все включило, и жители города вдруг могли очутиться в другом пространстве благодаря тому, что они вдруг услышали вот на этих просторах городских разносящийся гул проезжающего поезда. Так, это последний проект, про который мы хотели сегодня рассказать. Да, и вот здесь некоторые цифры, которые, может быть, тоже будут вам любопытны. То есть это 2 месяца подготовки. Команда у нас состоит из 4 стажеров, 2 организаторов, 2 дизайнеров и 1 кто разработчика. Да, и еще Музей Москвы как инфопартнер. Вот, и за 2 месяца подготовки у нас получилась достаточно насыщенная программа. Подожди, у нас еще участники, получается, часть программы, да. Часть команды большая. Вот, теперь, если у вас остались вопросы или появились вопросы, или вы не устали и хотите задать вопрос. Да, у нас 2 хаски. Да, 2 хаски, да. Да, это правда. Это не статистика, это список событий, происходящих в течение 2 выходных в рамках ArtSpace Hub. Хаски, они жители одной из мастерской на заводе Мосштамп. Мосштамп, да. Хорошо. Друзья, есть ли у вас вопросы какие-то? Тогда я надеюсь, что всем захочется. А когда следующий, нам скажите? Вообще, мы планировали делать в октябре, но после вот этого забега мы решили все перенести на следующий год. Так что следующий год будет тоже в апреле. В конце апреля, да? Да. Да, мы будем продолжать как бы разрабатывать формат, искать партнеров, вот, и готовить все.
И постараемся заранее, опять же, потому что за 2 месяца очень сложно организовать этих неорганизованных художников. Просто. Возможно, еще ситуация в городе поменяется очередной раз, и мы будем исследовать новые контексты. Да, еще была идея сделать событие более инклюзивным и привлечь какие-то делать самый простой маршрут для пенсионеров, для третьего возраста. Mm-hmm. Вот, потому что кажется, что они как будто исключены из всего этого процесса. Но это одна из идей. Посмотрим, mm-hmm. куда будем двигаться. Здорово. Спасибо вам большое за энергию, за тем, что поделились, за то, что у вас такой динамичный дуэт со своими мотивациями разными, и коммерческими, и просветительскими. И тогда напоминаю, что Женя еще будет закрывать наш цикл, но уже рассказывая о вкусе бумаги. Mm-hmm. То есть это будет, по-моему, 2 июля, правильно? Это конец июня. Конец 30 июня, по-моему, в какие-то такие даты. И спасибо вам большое, что послушали. И у нас сейчас, если возвращаясь еще к непосредственно графике печатной, да, то есть если пойдете на наши выставки, то у нас есть как раз элементы и тиражных работ, и графических, ну и есть все другие виды и перформансов, и живописи, да, потому что сейчас у нас большие групповые выставки. Спасибо вам огромное, спасибо, Надежда. Спасибо. Спасибо за возможность.